два разных тайма. И в целом очень сложный матч по ряду причин. И как у нас уже принято, выпадает, к сожалению, по 3-4 футболиста старта. Приходится моментально корректировать, менять. Но это проблема не одного дня, к сожалению. И группа, которая у нас со скамейки выходит, сегодня не может полноценно конкурировать с игроками стартового состава. Мы вынуждены давать определенные паузы футболистам, потому что основная нагрузка ложится на определенную группу футболистов. Но, к сожалению, что мы сегодня поимели, рад за второй тайм, то, что смогли перестроиться, смогли поменять тактическую схему, выжили максимум из этой ситуации. Но, я думаю, чуть-чуть поудачливее, если мы были бы, мы могли бы и вырвать эту игру победой. Были у нас подходы определенные, к сожалению, чуть удачи не хватило.